Здравствуйте, меня зовут Эгим Мердиева Аяна. Сценическое имя мое Аяни. Мне 22 года, я из города Бишкек, Кыргызстан. Я певица, это и есть мой некий, так скажем, талант. Сама по профессии я врач-стоматолог, и у меня, получается, семья моя, они тоже врачи. Ну, днем, как бы, я работаю спокойно. По вечерам уже могу делать то, что хочет мое сердце. Это очень масштабный конкурс, что на таком конкурсе я ни разу не была. Я сейчас счастлива, потому что для себя я уже сделала большую победу, что пришла сюда. Что вы нам приготовили? Легендарную песню Queen «Show Must Go». Мы ждем с нетерпением. Удачи вам! Спасибо большое. Spaces, what are we living for? Abounding places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the bar. Спасибо большое. И исполнение мне понравилось. У вас, конечно, были заезды, переезды, повороты, развороты, светофоры не работали по дороге, но, в принципе, мне понравилось. Мне очень понравилась ваша храбрость. Спасибо. Вы молодец, умничка. Вы очень обаятельная на сцене, очень старались как бы выложить все это в песне, показать нам. Очень было приятно смотреть, слушать там вас. Спасибо вам. Спасибо большое. Очень хорошо, Аяночка. Было эмоционально. Я услышала ваш тембр. Мне даже очень понравились ваши хрипы, когда вы наверх уходили. В общем, было все хорошо. Подача была. Молодец. Спасибо. Это музыка, на которой я вообще вырос, воспитывался, она прям со мной жила. Тем более, Фредди Меркьюри родился 5 сентября, я родился 6. Я даже отмечал свой день рождения 5 сентября, можете представить? И даже когда он ушел из жизни, это просто, у меня был траур. Есть исполнение, но этим надо жить. Show must go on, show должен продолжаться. Это у вас должно быть просто, ну, вывернуться вы должны были. С первой строчки. Я все ждал, понимаете? Я говорю вам да. Спасибо вам. Спасибо большое. Я говорю да. Чараха. Спасибо. Ой, если бы это была другая песня, но не Куин, не Фредди Меркьюри. Вы еще не готовы к этой песне. Может, когда-нибудь ее споете так, как надо ее спеть. Ну, сегодня я вам говорю нет. Спасибо. Удачи вам, всего хорошего. У вас 3 да, 1 нет. Вы проходите следующий тур. Спасибо все. Большое. Всего хорошего. До свидания, Яночка.
Нет, ну, в принципе, она хорошо спела. Нет, ну, нельзя ее петь. Ее надо рассказывать. Это не песня, это, блин, это целый спектакль. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.